Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем пробовать вот эту краску, типа осветлитель. Называется она «Максимальное осветление Art Color Maxi Blonde. Осветлитель для волос. Качество гарантировано. Комфортное осветление, чистый цвет, мягкий уход. С экстрактом белого льна». Я не знаю, насколько это правда, но представим. Результат осветления представлен вот здесь. Как бы это из русого такой беленький, по идее, должен быть. Светло-коричневый, по идее, такой же беленький, как и из русого. И темно-коричневый, ну, что-то там с желтизной. Окей, содержимое упаковки. Активирующий порошок, осветляющая эмульсия, бальзам-кондиционер, перчатки, инструкция. Бла-бла-бла. Равномерно осветляет волосы на 6-7 тонов, легко наносится, не стекает с волос, является прекрасной основой для последующего окрашивания. С помощью Art Maxi Blonde в домашних условиях или в салоне вы получите максимальное осветление волос без эффекта желтизны. Новая формула с экстрактом из семян белого льна способствует укреплению структуры волос, насыщает их витамином А, Е, Ф и поддерживает водный баланс кератиновой основы волоса. Витамины, протеины, микроэлементы и антиоксиданты максимально усиливают частоту осветления, придавая вашим волосам силу и блеск. Специальная формула увлажняющего бальзама кондиционера, содержащего льняное масло и комплекс витаминов ППЕ, придает вашим волосам шелковистость, эластичность и силу, великолепная расчесываемость, здоровье и здоровое сияние. Бла-бла-бла. Короче, посмотрим. А, вот. Содержимое коробочки — это вроде как такой бальзамчик. Это, видимо, оксид. Он какой-то прям до половинки почти, не знаю. Не полный. По идее, вот перчатки и вот сам порошок. Начнем. Показывать сам процесс я не буду, я покажу лишь результат. Потому что процесс окраски моих волос, по-моему, вы и так уже видели, я делала на это видео. В общем-то, следуем инструкции, которая приложена. Порошок имеет стандартный синеватый цвет. Не знаю, насколько это хорошо видно, но... Также, если честно, я не очень понимаю, насколько процентов вот этот вот оксид. Но тут, в принципе, очень радует, что пишут, что оставьте на 50-60 минут. То есть, в принципе, оно не такое едкое, как Супра. Вот, осветление отросших корней волос. Полученный осветляющий состав равномерно нанесите кистью на корни волос на 20-30 минут. Затем расческой распределите вспененный состав по всей длине волос и оставьте еще на 20-30 минут. Угу. А вот еще написан расход упаковки. То есть тут длина волос, короткие, средние, длинные, осветление корней милирования, бла-бла-бла. И, короче, тут написано, сколько упаковок хватает на какую-то там длину волос. В принципе, вот. Оксид сам почти не имеет запаха, что довольно странно. Что мы делаем? Мы это все перемешиваем. Получилась вот у нас вот такая вот дрянь синего цвета. И мы ее идем наносить на волосы. Краска, скажу вам, на редкость агрессивная. При нанесении было больше похоже, что наносится на волосы какой-то просто порошок. Какая-то перхоть. Сейчас она немножко пощипывает. И, кстати говоря, очень-очень плохо отмывается от рук. То есть... Знаете, я, пожалуй, не удивлюсь, если после этого окрашивания я останусь лысой. На самом деле у меня есть парики, так что... В общем, вот такие пироги. Мы ждем 30 минут, если ничего не происходит. Я немножко помочу волосы, потому что это такой небольшой лайфхак для разбавления осветлителей. Ну, чтобы их хватало на больший объем волос там, чтобы они... Не так сильно грызли волосы, тры-пры. В общем, ждем. И
Итак, как вы видите, вот эта хрень окрасилась неравномерно. Но на самом деле это даже плюс, потому что это в каком-то смысле придает мне шарма. Да, нет, короче, вы поняли. В общем-то, да, вот нечто такое у нас получается, потому что это не супрано, не осветлит прям до белизны. Ну, с моего цвета, с моего цвета вряд ли что-то осветлит до белизны с первого раза, кроме супры. В общем-то, вот тут здесь у меня такие пятнышки классные. Я думаю, даже, наверное, левую сторону я немножко подбрею вот так вот. Потому что у меня растут баки. Такие, да. Я как Пушкин. Пушкин-Колотушкин. Да. Короче говоря, если вы осветляете, сидите в теплом помещении всегда. Всегда. Лучше даже в ванной или на кухне, если вы можете включить плиту. И она вам будет давать более-менее хороший разогрев. Ну, а я пошла снимать. Может быть, меня сейчас переклинит, конечно, и я возьму какую-нибудь краску, блонд. Потому что, как выяснилось, у меня дофига большой запас краски. То есть это блонд, красный, рыжий, еще какой-то цвет даже есть. И мои волосы — это, в принципе, поле для творчества. Так что, в принципе, спасибо за просмотр. И всем удачи, и всем пока.